Всегда на страже. 10 ноября Россия отметит День сотрудника органов внутренних дел. А чувашские полицейские уже сегодня принимали поздравления и получали заслуженные награды. Далее Рифат Фаткулин. Зал театра оперы и балета сияет звездами на погонах. Однако здесь не все. Многие на посту. Обеспечивают покой и безопасность граждан. За хорошую работу и отличные результаты лучшие сотрудники получили почетные грамоты и медали. Награждали не только тех, кто сегодня служит в полиции, но и ветеранов. Золотой фонд ведомства. Позвольте от имени правительства Чувашской Республики, от себя лично, поздравить вас с профессиональным праздником, поблагодарить вас за достойную работу, которую вы несете. От всей души поздравить вас и пожелать вам благополучия, счастья вам и вашим семьям. Благодаря сплоченной и эффективной работе сотрудников полиции в республике растет доля раскрываемых преступлений. Налажено комплексное и эффективное взаимодействие правоохранительных структур и органов власти. Все эти годы МВД по Чувашии занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе и стране по раскрываемости тяжких, особо тяжких преступлений. Потенциал органов внутренних дел и наработанные алгоритмы работы позволят сохранить стабильность и безопасность на территории. О службе приходится думать и днем, и ночью, говорят полицейские. Тем не менее, работу свою они любят и всегда готовы защищать жизнь, здоровье и права людей. Работаю в этой системе уже 25 лет. С первых же дней я работаю в экспертно-криминалистическом подразделении. Мне эта служба всегда очень нравилась. Я целенаправленно пошел учиться, начал работу простым экспертом. Возможностей на сегодня намного больше, но они требуют намного больше знаний, намного более квалифицированной подготовки. Не менее важным событием сегодня стало и вручение ключей от новеньких служебных машин. В распоряжение полиции поступило 13 автомобилей. Все они оснащены по последнему слову техники. 3 единицы останутся в Чебоксарах, 7 будут работать на федеральных трассах, еще 3 поступят в Урмарский и Шумерлинский районы. Рифат Фаткулин, Алексей Зотиков, Павел Рядков, Республика.